мне очень понравилось стихотворение про то, как зверушки возвращали весну. Я пожалела очередной раз, что не умею писать для детей. Но вот у меня есть маленькая тоже про весну и про птицу. Мне вспомнилось, извиняюсь, что читаю по бумажке, потому что второй раз сама его вижу. «День птиц» называется. «Отпустите на волю птицу, птицу гордости и покоя. Сердце может так распуститься, что досада подать рукою. Райский сад вечно с нами рядом, хоть листок из него, хоть ветка. Не смотри же печальным взглядом, дверь открыта, свободна клетка». Вот. Вам березны хотела Алена Марковская унести с собой, но спасибо огромное за ремарку.